Уважаемые казахстанцы, сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран. Thank you.
2018 году расходы республиканского бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысили 4,1 триллион тенге. Повышение социальных выплат, в том числе пенсии, увеличит доходы более 3 миллионов граждан Казахстана. В текущем году надбавка к пенсии будет производиться дважды – с 1 января и 1 июля. Однако механизм начисления несколько иной, чем в предыдущие годы. 1 января солидарная пенсия выросла на 8%, размер базовой – на 6%. Начиная с этого года при определении суммы выплат будет учитываться трудовой стаж. В своем ежегодном послании президент поручил с 1 июля дополнительно ввести пособие для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства. Ежемесячно такие пособия будут получать около 14 тысяч семей. На это в 2018 году потребуется до 3 миллиардов тенге.